Мне 21 год, учусь на курсе СММ в 918 группе, уже 3 месяца. В этой сфере очень много плюсов. Это один из плюсов заработок в онлайн-системе. Еще то, что мне понравилось, это не придется тебе работать в офисе, сидеть, работать 10-12 часов. СММ, я сначала не знала, что такое СММ, но потом я это увидела в Инстаграме у блогеров, СММщиков, стала подписываться на них и смотреть их профиль. Потом они как-то начали заинтересовывать своими результатами, информацией о СММ. И так получилось, что я тоже решилась записаться на курсы, но именно не знала, куда пойти, и мне предложили этот центр. Мы уже почти заканчиваем темы, прошли копирайтинг, текст-лид, мобилографию, были разные практики, то, что заинтересовало меня. Много чего прошли нужного. У СММщика должна быть креативность, в первую очередь, создавать разные идеи, уметь работать с клиентами тоже это надо. Нет, у меня не предложили проекта, но я не взяла, так как я учусь в Ташкенте и скоро уеду. Дата смог мне дать именно друзей, семью, как можно сказать, атмосферу. Необычную. С одногруппниками мы друг друга поддерживаем, и мы даем друг другу мотивацию. Никогда не останавливаться, идти по цели. Раз вы чего-то хотите добиться, не надо бояться, потому что у меня была какая-то боязнь, задавала вопрос, а что если у меня не получится, что если будет так или так. Это наоборот нас тянет назад, лучше идти по цели вперед и задавать себе более правильные вопросы, например, положительное, то есть, а что если мне это получится, а что если мне удастся это все сделать, и тогда у вас все получится. На будущее у меня очень много планов. В первую очередь, это развить себя в СММ. Вторая, это самая большая мечта, путешествовать по всему миру.